Всем привет, с вами Чаплин, и в этом видео я хотела поделиться с вами радостью. У меня за последний месяц появилось достаточно много кукол, которые я хотела бы вам показать. Здесь будут куклы нескольких брендов, таких как Барби, Monster High, а также куклы, которые я начала собирать совсем недавно, это куклы MySim. Ну, может еще что-нибудь, так что начнем. Итак, первая новиночка – это делюксовая скелета Calaveras. Появилась она у меня самой последней, и это пока единственный эксклюзив от Monster High у меня в коллекции. Цена сейчас на нее самая доступная. Если вы хотите приобрести ее в коллекцию, то советую сделать это сейчас, потому что делюксовую Дракулауру по нормальной цене найти уже тяжеловато. И следующая кукла – это шляпник. Шляпник от Disney Store. В общем-то, еще я коллекционирую персонажей по фильмам Тима Бартона. Жаль, что кукол по его фильмам не так много, и все они редкие и достаточно дорогие. Но зато у меня есть неплохая коллекция фигурок, и если вы хотите видео о них, то пишите в комментариях, и я обязательно вам их покажу. Итак, продолжим. Что бы вам дальше показать? Давайте покажу вам куклу MySim. Вот она, моя первая красотка в коробке. В Москве их не так уж просто достать, особенно по нормальной цене. Это не, и она прекрасна. Как я раньше не обращала на них внимания, я просто не представляю. И, кстати, кукол MySim перестали выпускать в 2011 году. Это как раз тот год, когда я начала коллекционировать кукол. На тот момент только Барби. И еще у меня появилась вот такая вот девочка. Она досталась мне уже БУ, но в очень хорошем состоянии. Она тоже достаточно редкая, и это один из моих любимых персонажей в мире MySim. Очень люблю Делансию. Это как раз она. Есть еще Нолли и Челси. Если вам интересно, кто у меня есть еще, то пишите в комментариях, я вам все покажу. Итак, что у нас дальше? Барби я вам еще не показывала. Так вот, это у нас Кристи, подружка Барби, 1981 года выпуска. В какой-то момент меня стали привлекать темнокожие Барби. Среди барбиманов они именуются АА, то есть African American Барби. К тому же у нее Молт Уитни. Это когда такие пухленькие губки и нет полоски с зубами. Они ценятся немного дороже. И не уходя далеко от темнокожих с пухлыми губками, хочу вам показать куклу одного не сильно популярного и давно забытого бренда My Heart Family. Это по сути те же Барби, но немного другая линейка и тоже от Mattel. Это такие мамочки, то есть каждая кукла комплектовалась малышом, то есть мама и малыш, папа и малыш. И выпускались они в 80-х годах до самого начала 90-х. Эта мамочка одна из самых редких, если не считать немецкие, канадские и прочие эксклюзивы, которые также есть в этой линейке кукол. И да, темнокожие чуть реже и чуть дороже. И в конце этого видео я хотела бы открыть два пакетика Monster High Minis. Это будут первые фигурки в моей коллекции. Посмотрим, что же нам попадет. Так, и первое нам попадается Эбби Бонни Минейбл. Вот, такая вот малышка. Они клевые, мне нравятся. Так, и посмотрим, что во втором пакетике. Я на самом деле в дырочку подсматривала, смотрела, чтобы они немножко разные были. И вторая Венера Флайтер. И мой самый любимый персонаж Monster High, кстати. Она вращается, да. И на этом видео подходит к концу. Если вам оно понравилось, то ставьте лайк, пишите внизу комментарии и до следующих видео.